Владимир Поляков на соревнования приехал из Архангельска. Бегом занимается около 40 лет. Рассказывает, сейчас в отпуске, поэтому старается не пропускать ни одного масштабного забега. Участвовал в соревнованиях в Саранске, Пензе и Саратове. Вы классные, и я к вам приезжаю второй год подряд. И этот раз я показал результат лучше, чем показал в том году. В 62 года я выбежал из 12 минут. Возможно, я ничего не завоевал, но само участие в таком шикарном празднике, как у вас, второй раз подряд, это многого стоит, ребята, вам спасибо. Я был в десятках городов, бегал. У вас один из лучших, если не лучший праздник. Великолепные люди, шикарные организаторы, все добрые, все улыбаются. Что может быть лучше для бегунов? А результат — это второстепенное дело. Принять участие в Самарском международном марафоне приехали любители бега из 264 населенных пунктов 64 регионов России. Были и зарубежные гости из 7 стран, в том числе из Беларуси, Казахстана, Эстонии и Филиппин. Участникам предстояло преодолеть 5 дистанций. Первая детская – 600 метров, корпоративная дистанция – 3 километра, дистанция для любителей бега – 10 километров и для профессионалов – 21 и 42 километра. Ксения Бокова приехала из Саранска и оказалась первой девушкой, прибежавшей к финишу на дистанции в 3 километра. Вот именно любители, в основном приезжая сюда, они могут насладиться вот этой атмосферой, когда выходят на дорожку, на шоссе, именно с профессионалами. Временем я не полностью довольна, но это все равно говорит о том, что есть над чем работать. Дистанции для профессионалов 21 и 42 километра пролегали по очень красивому маршруту по улице Максима Горького, через Хлебную площадь и по мосту через реку Самара. Так что бегуны могли не только испытать свои силы, но и насладиться видами. Самара у нас не только прекрасный город с прекрасным туристическим потенциалом, но и с прекрасным спортивным потенциалом. Поэтому у нас есть национальный проект «Демография» и есть федеральный проект «Спорт норма жизни», в формате которого мы должны ежегодно увеличивать количество жителей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. Желающие также пробежали Самарскую милю, дистанции которой составляет 1586 метров. Эта цифра символична, дата основания Самары. Виктория Шара и Николай Пифанов. События.